Знаменитый советский актер Евгений Евстигнеев пользовался большим успехом у женщин. На Галине Волчек он женился совсем молодым и довольно быстро завел служебный роман с коллегой Лилией Журкиной. Волчек не простила ему измену и подала на развод. Евстигнеев женился на Журкиной и прожил с ней больше 20 лет. После смерти жены он слег с инфарктом. Но, поправившись, женился на актрисе Ирине Цивиной. И с ней уже был по-настоящему счастлив.